Меня зовут Шахноза Ганиева, я 45 лет работаю в эфире. Долгое время была корреспондентом и заведующей бюро Первого канала российского телевидения, но мой альма-матер – это, конечно же, узбекское телевидение, с которым я сотрудничаю по сей день. Сейчас я являюсь автором и ведущей видеоверсии проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». И уже по этой теме сделано около 40 фильмов, которые прославляют практически нашу культуру и наше искусство, хранящиеся за рубежом. Вы знаете, сегодня в ранг государственной политики Узбекистана, в ранг культурной политики Узбекистана, конечно же, входит изучение, сохранение и популяризация культурного наследия Узбекистана. И это никак не может нас не радовать. Где бы я ни была, а мне практически пришлось объездить весь свет по долгу своей службы, везде знают нашу Бухару, знают наш Самарканд, знают наших великих людей Авиценну, Аль-Хорезми, Алишера Наваи, Абдрахмана Джами, Хилю Али, этих великих личностей, которые сыграли огромную роль в сложении цивилизаций мировых. Сегодня мы стоим на подступах к нашему национальному празднику, Дню независимости. И я очень бы хотела не только поздравить всех тех, кто сейчас увидит это интервью, но и я бы хотела выразить свое желание, чтобы молодежь, она всегда гордилась своей страной, гордилась нашим наследием. И если мы будем действительно работать, не просто будучи патриотами этой страны, но и будучи настоящими профессионалами, которые великолепно знают ту область, в которой они работают, то я думаю, что это будет на благо наших людей, на благо процветания нашего государства. Я всех от души поздравляю сегодня с праздником и надеюсь, что у Узбекистана было очень великое прошлое и будет великое будущее. Для этого созданы сейчас все условия. Благодарю вас за внимание.